Весна 2000-го. Улица Чикаго. Алексей Балабанов вместе со своей командой снимают «Брата 2». Это что там? Проценты были? Фильм, который станет по-настоящему народным. Так на «Брата» похож. Актеры, занятые в картине, станут звездами. А Данила Багров – супергероем нового российского кино. «Брат». Именно такого героя искал Балабанов, задумывая еще первого брата. И когда он встретил Сережу Бодрова, он говорит, у меня сразу все встало на свои места. Знаете, как кубик Рубик. Вот Сережа Бодров появился, и сразу раз – он собрался. Леша Балабанов, режиссер из Питера, снял несколько фильмов очень хороших, которые я люблю. Учился у Германа. Дружит с Бутусовым. А сейчас мы с ним работаем над картиной «Брат». «Брат» — понятие сущностное и очень важное. Это кровная вещь. Это очень важно. Всегда было в России понятие «брат», «отец», «мать». И сегодня это перешло в какую-то некую форму другую. Абсолютно неважную. Когда говорят «здорово, брат». «Даня! Ну, брат, ты даешь! Ты где пропал-то, а?» «Я сегодня на концерт иду. Наутилусы поют».